Между Беларусью и Великобританией нет непреодолимых вопросов. Об этом президент Александр Лукашенко заявил на встрече с принцем Майклом Кентским. Представитель британской королевской семьи находится в Минске с рабочим визитом. Принц занимается бизнесом и благотворительностью. Сейчас возглавляет собственную консалтинговую компанию. Сфера интересов от строительства и телекоммуникаций до финансов, медицины и автомобилестроения. Рассчитывают, что эта встреча может открыть новый этап в отношениях двух государств. Что касается наших межгосударственных отношений Беларуси и Великобритании, то непреодолимых вопросов нет. Если уж быть абсолютно искренним, я могу высказать свою личную точку зрения. Великобритания, наверное, не очень интересовалась ситуацией в Беларуси. И, скорее всего, действовала в фарватере действий Брюсселя. Ваш приезд, надеюсь, откроет новую страницу наших отношений. И очень многие политики и бизнесмены, которые заинтересуются Беларусью, из ваших уст получат эту характеристику. Я также хочу вас поблагодарить за ту огромную помощь, ту благотворительность, которая характерна для Великобритании в отношении детишек из чернобыльских зон. Вы, как никакая другая страна, подставили свое плечо и помогли нам оздоровить тысячи детей с тех территорий, которые пострадали от чернобыльской катастрофы. За это вам огромная благодарность. Мы очень надеемся, что наши отношения с Великобританией будут развиваться. У нас большой интерес в торговле. Ваша страна является одной из ведущих по торговле с Беларусью. Вы вторые по инвестициям в Беларусь. Это хорошая основа для нашего дальнейшего сотрудничества. Спасибо, господин президент, за очень теплый прием. Это для меня большое удовольствие находиться в вашей стране. Я слышал, что я являюсь первым членом моей семьи, который посещает Беларусь. Я совсем согласен с вами, когда я говорится, что ударение этого пути – это чтобы улучшить отношения с точки зрения торговли. Под патронажем принца Майкла Кентского реализуется ряд глобальных некоммерческих инициатив в сфере безопасности дорожного движения. Принц согласился с необходимостью развивать и улучшать белорусско-британские торговые отношения. По итогам прошлого года Великобритания заняла третье место среди партнеров Беларуси после России и Украины. Сумма общей торговли с Туманным Альбионом превысила 3 миллиарда долларов. Британские инвесторы активно вкладывают в синюокую. Вливания в экономику в прошлом году составили более 2 миллиардов долларов.